Предшественники, внимательно, в чем их отличие от многих из нас? Если они слышали какой-то приказ Аллаха и его посланника, сразу подчинялись, это раз. Немедля. Немедля. Во-вторых, дело это как? От всего сердца, не проявляя леность, недовольство какое-то. Делали это с готовностью, с радостью. Это во-вторых. В-третьих, делали это, выполняли наилучшим образом. То есть не просто как-то, ну, средненько так сделаем, да? Или так, самый минимум, чтобы вот, ну, считалось, что мы сделали. Нет, наилучшим образом делали это. В-третьих. В-четвертых, с постоянством. Делали это постоянно. То есть это становилось их потом качеством. Это вот настоящее подчинение повелениям Аллаха Субхана ва Тааля.